Сегодня будем делать чип-тюнинг автомобиля Volkswagen Touran. Двигатель 1.2 TSI. Делать это мы будем с помощью PCM-флешера. Блок здесь стоит Siemens 10. Читать и писать мы будем с помощью адаптера D-Link. Вот он. У нас D-Link. И PCM-флеш. Давайте мы его сейчас ставим сюда, куда надо. Все, у нас определился. Также нам нужно подключение к интернету, потому что файл будет виртуальный, то есть виртуальное чтение будет. Диагностический разъем на Туране находится вот здесь. Открываем вот эту вот нишу, снимаем ее. Вот она отстегивается. И видим диагностический разъем, красненький вот он, вернее фиолетовый. Так, втыкаем сюда оборудование. Вот наш D-Link уже здесь. Адаптер D-Link мы подключили. Открываем PCM флеш. Так, выбираем VAC 1.2 TSI. Siemens 10 и нажимаем, включаем зажигание сначала, вот, нажимаем идентификацию. Так, что у нас тут? Адаптер неправильно выбран, понятно. Выбираем D-Link, идентификация. Вот идентификация, пожалуйста. Siemens 10. Название блока. Все здесь есть. Нажимаем виртуальное чтение. Идет загрузка. Значит, смотрим по файлу. Что у нас с файлом? Какой он? Версия ПО 9666. Вот наш файл. Нажимаем ОК. Идет виртуальное скачивание. Так, сохраняем на рабочий стол. Вот файл сервера PCM Flash скачанный для Siemens 10. Теперь мы его будем модифицировать и заливать обратно в блок. Модифицированный файл на Siemens 10 мы уже подготовили. Открываем PCM Flash. Выбираем Siemens 10. Volkswagen. Вот наш Siemens 10 1.2 TSI. Включаем зажигание. Так, и делаем идентификацию. Все время забываем выбирать адаптер. Я, можно и с канматиком было сделать здесь все. И лин. Так, идентификация. Так, идентификация есть. Открываем модифицированный файл. Находится он у нас в папке Touran. Тюнинг Евро 2. И записываем. Контрольные суммы флешер сам исправил. И теперь нажимаем запись. Загораются все индикаторы.
делаем идентификацию. Вот что интересно, на компьютере, на предыдущем, я хотел записать этот файл CMOS 10. Он пишет, что ошибка, записал с ошибкой. Взял другой компьютер, Windows 7. Взял адаптер другой, Scanmatic 2. И вот сейчас он этот блок пишет. CMOS 10. Проблема или в драйверах, или еще в чем-то. Но, по крайней мере, сейчас вот он модифицированный файл записывает. А там написал «завершено с ошибкой», и все, машина мертвая, не заводится. Причем вообще. Вот как-то так. Бывает. Написал Олегу, PCM Flasher. Отправил лог-файл ему с того компьютера. Вот подождем, что он ответит. Почему на том компьютере не записалось, завершено с ошибкой и блок мертвый. Сейчас пишет спокойно. Сейчас подождем результат конечный. Что нам скажет блок. Вот файл почти уже записался. Вот уже бензонасос зажужжал. Так, выключите зажигание, выключаем. Окей, окей. Так, давайте попробуем сейчас сделать идентификацию, потому что при идентификации была ошибка. Все, ошибки нет при идентификации. Так, читаем ошибки в блоке. Ошибок 0. Ну и пробуем заводить. Все. Все заводится. Да, кровушки попил сегодня. Оказалась проблема в адаптере D-Link. Поменял D-Link на Scanmatic, и все записалось. Так что смотрите аккуратнее с CMOS-ами. Работа выполнена. Тюнинг Евро 2, все сделано.